Всем привет! Канадакарс на связи. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию автомобиль Audi Q7 2011 года S-Line, турбодизельная, 3.0 турбодизель, в самой-самой топовой комплектации, top of the line, в любом порту мира, в вашей стране. Доставим мы ее с нашего склада с Канады. Цена ее будет в вашем порту 13 999 евро. Вам останется заплатить только таможенные платежи, портовые сборы. Садитесь сразу и едьте на этой машине. Машина идеальная, top of the line. Сейчас я вам покажу по ней обзор. И звоните, покупайте, мы вам ее доставим. Если через Германию, через 2 недели вы ее можете уже получить и ездить. Итак, вот она наша дизельная Audi Q7. Это S-Line, ребята. 2011 года, с ресничками, она в самой топовой комплектации. Парктроники, новые тормозные диски, новые суппорта, новые колодки, все мы заменили. Дилер предоставляет, мы предоставляем как дилер здесь гарантию в Канаде на эту машину. Новые масла, новые фильтра, все новое. Как вы видите, вот S-Line. Давайте я вам ее по кругу покажу. Пробег у машины 165 тысяч километров. Турбодизельная, 3.0 турбодизель. У нее towing package. У нее панорамная крыша, она в самой топовой комплектации. Покажу вам ее сейчас в салоне. Она сейчас стоит заведенная. У нее blind spot, видите, в зеркалах сразу показывает мертвую зону. У нее память сидений. Вот из-за опции видны тут регулировки. Открывание багажника. Руль тоже S-Line. Значит, у нее старт engine с кнопочки. Вот она какая, камера заднего вида. Двухсторонний климат-контроль. Салон как новенький, панорамная крыша у нее. 7-местная, подогрев задних сидений, подогрев передних сидений. Вон они, кстати, включены, передние сиденья, подогрев. Подогрев руля. Переключение скоростей с руля тоже. Тут автоматическое включение света. Музыка очень неплохая. Так. Вот она какая в салоне. Она очень чистенькая. Абсолютно не убитая. Как новая машина. 2 ключа у нее. Очень экономичная, 3.0 турбодизель. Так, я покажу вам. Вот видите, написано, что заливать здесь. Ультра, лоу, дизель, фьюл, онли. Сейчас открою вам капот, покажу под капотом. Ну, то есть, торпеда стандартная немножко, может быть, отличается. Стандартная версия, там все-таки S-Line это. Вот, но щиток. Не вижу больших отличий. Топливо есть. Опции здесь имеются. Навигация тоже есть. Ключа 2, как я и говорил. Ну вот теперь покажем вам моторный отсек. Вот слышите сами, как работает дизельный двигатель. Очень тихо, фильтра масла новые. Ну, еще раз хочу сказать, что состояние очень хорошее у машины. Тракторочек, который реально экономит ваши деньги. 8 литров солярки на 100 километров. Ну, опять-таки, как ездить, она может и 7 есть литров солярки, если очень аккуратненько ехать.
Вот информация по этой машине. Вот, ну, в принципе, как-то так, да? Сейчас еще раз вам ее покажу снаружи. Зимняя резина установлена. Ну что, покупайте. Я думаю, что вы будете очень довольны покупкой этого автомобиля. Она реально хорошая, без всяких обманов. Пробег оригинальный, состояние идеальное. Канадская версия, все в километрах. Как мы вам уже показывали, щиток приборный. Никаких миль, никаких фаренгейтов, никаких галлонов, да? Вот, все в километрах, видите? И пробег тоже в километрах, вот он указан. Ну, естественно, в Цельсиях тоже показано, видите? Температура. Вот, и потребление тоже в литрах. Ну, как-то так. Давайте, звоните нам, приобретайте, не стесняйтесь. Мы вам ее доставим в любую страну мира.